Онлайн-камера заработала на строительной площадке образовательного кластера в микрорайоне «Гусарская баллада». Теперь любой желающий может в режиме реального времени наблюдать за ходом работ. Сейчас строители занимаются разработкой котлована для детского сада на 400 мест, который планируется сдать уже в следующем году. Школа на 2200 детей будет построена через 2 года.